блядь! What the fuck? Сайгона. Так, надеюсь, меня сейчас подберет, потому что... Всё. Вот что, вот что это было поначалу, Миш? Тебя как бы примагнитил и как бы нет. Саня, не за нами едут. Сейчас. Если что... А, там вертушка на нас палит. Ну ладно. Сюжетная дыра, Сань. Да где эта дыра, блядь? Едь на просто большое шоссе. А, ты хочешь в эту, что ли? Да. Окей. Я вижу, как Ничком едет. Блядь. Если бы ты застрял, было бы не очень круто. И вон она как раз. Только не фуру. Сюжетная дыра, блядь. Не ковыряйся в носу. Я не ковыряюсь. Ты персонаж ковыряется. У меня персонаж просто дергается со стороны. А, Никич! Да, он просто телепортнулся. Молодец. Go away. Слышь, слышь, сейчас я выйду, ты сядешь. Мне кажется, они сюда заезжают. Я поэтому начал. Мне их-то не едут? Хер его. Я никого не вижу, сейчас поеду наверх проверю. Посмотрим, сможете ли вы выйти. Да, кстати, это закос под форт сзади, значок. Чёрт. Который у меня? Да. Нет, это не Форд. Это другая, это, по-моему, на этот, как у Астон Мартин. Ищите, ребята, ищите другой выезд. Там мне выехать. Ну как бы тут проблема тоже с ним. Они перекрыли. На Куруми залети. Отдай нам машину. Отдать вам машину? Отдай нам свою одежду и машину, блядь. Нет, ладно, здесь... Блядь, ну ты долбоёб. Просто сказочный, Никита. Автозапись уничтожен? Что? Чё? What? Чё? Ну, расходы. Вы... Чё? Ну, вы, блин, не даёте. Ты посмотри, даже не взорван. Он... Да, мы только вы сейчас взорвали его. Мы приехали и нам сказали, извините, все закончилось, вы проебали. О, наконец. Что-то взорвалось. Опять взрывы. Они все еще тут стоят. Да! Они... Чё за хуй? Чё за нахрен? Какого чёрта? Вы чё получилось? Как дела? Нормально. Так, зэки, молчать там. У тебя пуля в голове. Я сказал звать, я сказал заткните. Ну, у тебя вообще мясо... Я сейчас газ пущу. Ты чё, нацист? Я хуже. Я работал 9 лет в полиции Лос-Сантоса. Ты знаешь, сколько я негров убил? Ты настолько считать не умеешь, потому что ты черный. Ну, не, у нас черных, к сожалению, нет. Ну, я такой, знаешь, типа, не буду черный персонаж создавать, потому что все будут типать, что я черный. Создам итальянца. А если бы ты что-то китайца создал бы? Вот, меньше всего я вижу азиатов в GTA Online. Да потому что их тоже сложно сделать. Потому что это надо выбрать... Блин, кто у нас там есть? А, да, есть азиаты... Бляха-муха, иди. Чё? Стоять.